Грузії. Отже, в Грузії парламент остаточно прийняв закон про іноагентів супереч невдоволення громадян масових протестів. За проголосували 84 депутати, 30 були проти. І почалося засідання, сьогоднішнє засідання парламенту із бійки. Зібралися на вулицях під парламентом багато активістів, молоді, протестуючих. З нами на зв'язку зараз є наша колега Лана Гвінджилія, членкиня руху «Сила єдності», і активіст, молодь Грузії, 22-річний Олександр Гамсемблідзе. Слава Україні! Героям слава. Я сьогодні до нашого ефіру, Лана, підготувалася. Бачите? Дякую. Україна і Грузія разом. Вільна, незалежна, суверенна і в європейській спільноті, а не з москалями. Олександр, Олександр розуміє по-русски, українську не розуміє? Так, так. Так, по-русски? Українську слегка, так. Ага. Так. Что у вас происходит сейчас на улицах Тбилиси и в ваших городах? Потому что смотрели сегодня все, что происходило в Грузии. Да. Сегодня, как и в прошлых днях, массовые протесты, не только в Тбилиси, но и в других городах. Очень много молодежи протестует и высказывает свою позицию насчет принятия этого закона. Все против этого, все очень хорошо понимают, что этот закон будет способом для государства, для этой партии использовать всякие методы, чтобы как можно больше отдалить нас от Европы, как можно запугать нас и все прочее. Они уже не боятся переходить на радикальные методы. Они уже... Это похоже на какой-то сумасшедший дом. Они знают, они понимают, что это последний шанс для них принять такой закон. Все очень хорошо понятно, что приняв этот закон, наша страна просто будет похожа на Россию. Любые высказывания свободного слова или всего прочего, они будут пытаться это все остановить и запугать, и захотят, чтобы нас как бы утешить агрессивными методами. Но это у них не получится. Никто их не боится, никто не собирается останавливаться, все готовы стоять, сражаться до конца. Сколько сейчас людей на улицах Тбилиси? Я смотрела, что собираются... Після розгону, Лана, після розгону спецназівцями, поліцією, люди знову збираються на площі. Сейчас трудно сказать, конечно, какое количество людей находится на улицах города, хотя абсолютно точно, что протест начался не только в, то есть он не только в Тбилиси, в Батуми, в Кутаиси он продолжается. Несмотря на разгон демонстрации после окончания заседания парламента и ареста, я не знаю, до 20 активистов, и было очень жесткий разгон. Арестовали и избили многих активистов. У нас был арестованный очень сильно избит лидер движения «Сила единства» Давид Кацарал, который сейчас находится в больнице, ему делают операцию. Это такое спецподразделение нашей полиции, которое расправляется с лидерами протеста в особой форме. То есть они пытаются, то есть они избивают людей так, что это, чтобы это было видно всем. То есть они бьют в голову, в лицо, и у всех пострадавших перелом костей лица, лицевых, выбиты зубы. И, то есть это ужасно, все это ужасно, все видно. Как бы это должно быть примером для других. Но на самом деле... никакого особого влияния на силу протеста это не производит. То есть сейчас, буквально значит, через два часа после окончания заседания парламента, собралось очень большое количество людей. Напомню, что у нас всю неделю продолжаются дожди, сегодня тоже идет проливной дождь.
Сейчас, как мне сказали, пока мы с вами разговариваем, после митинга на проспекте Руставели перед парламентом демонстрация направляется в центр города. Это такая площадь героев. Это самая главная развязка в центре города. Туда сходится, я не знаю, 8 разных улиц. И блокирование этого центра произведет... то есть весь город будет парализован. Сейчас пока точно мне трудно сказать, как это будет продолжаться, но на что я хочу обратить внимание, у нас буквально полчаса назад на проспекте Руставели на митинге выступали представители Европарламента, депутат литовского парламента Жигимантас Павильонис, депутат чешского парламента, я не успела запомнить его фамилию, то есть они обратились к собравшимся и сказали, были как бы озвучены очень важные месседжи. Они сказали, что Евросоюз в Грузии, они поддерживают борьбу молодежи, они будут как бы всячески поддерживать наше стремление в сторону Европы, если правительство и парламент продолжат этот путь в сторону России, то есть будут какие-то санкции. В то же время представитель американского правительства Салливан, Брайан, пардон, провел пресс-конференцию буквально 20 минут назад и заявил о том, что если этот закон в этой его форме будет педалироваться, не только Бедина Иванишвили, но все ответственные лица и их родственники будут санкционированы фінансовим або в каких-то других формах. Угу. Оце сьогодні я спостерігала, це жінки вийшли от з каструлями. Потім, ну, звичайно, що активна молодь, громадська і студенти в великій кількості. Угу. Потім вийшли художники і митці. Так, тобто, ну, протести просто охопили все здорове грузинське суспільство. Яка реакція була людей на вулиці після того, як парламент проголосував? Олександр, може ви скажете, як ви відреагували, що люди кричали, ну? Ну, я, когда узнал о том, что этот закон официально приняли, я, конечно, очень разозлился. Я даже не могу сказать, что я разочаровался, потому что вы все очень хорошо понимаете, все, до них нельзя ни на что никак надеяться. Все понимают, что до них ничего никогда не дойдет уже. И вся молодежь официально высказали забастовку, не ходят на лекции, они каждый вечер протестуют, и все очень понятно высказывают свое мнение насчет этого. А вы тоже студент, да? Да. Я знаю, я вчера читала, что... Вас поддержали ваши преподаватели, профессора университетов? Да, многие университеты официально сказали, что они не будут проводить учебные процессы, они присоединяются к молодежи и протестуют вместе с нами. Угу. Так, сегодня было сделано такое объявление, то есть более около 300 преподавателей Тбилисского государственного университета подписали петицию против этого закона и в поддержку своих студентов. Многие университеты частные, и один из самых больших государственных университетов тоже официально поддержали своих студентов и написали о своей поддержке, хотя правительство опубликовало такое письмо, как бы совет ректоров, существует такой, значит, какой-то борд, совет ректоров, где около 30 университетов, они говорят о том, что учебный процесс должен продолжаться, и такая как бы нейтральная позиция. Но как бы практически это на процесс обучения не влияет, потому что студенты всех больших вузов подключились к забастовке, они не ходят на лекции, и как бы, то есть этот совет ректоров на процесс повлиять не может. Як показує український досвід, це так не працює. Студентів нічого не може зупинити, і
Скажіть, що зараз, які дії опозиції грузинської? Чи появилися лідери політичних партій, чи є якийсь організований оцей протест зараз після сьогоднішнього голосування? Как мы говорили на прошлой неделе, то есть процесс этот и протест, он организован неправительственными организациями. Конечно, представители политических партий, они участвуют в этом координационном совете. И сегодня большие политические партии заявили о том, что они готовы сотрудничать со всеми, то есть ну, практически со всеми политическими силами, сотрудничать с неправительственными организациями, с гражданскими активистами, чтобы довести этот процесс до конца. Также самая большая оппозиционная партия Национальное движение Грузии заявила о том, что их депутаты местных советов, около 500 человек, это вот такие местные советы самоуправления, они прекращают работу в этих советах и прекращают всякое сотрудничество с государством. То есть они будут участвовать в протесте таким образом. Угу. А что робиться по інших местах, по інших регионах? Як реакция на принятый законопроект? В Батуми, несмотря на то, что второй по размеру город в Грузии, все-таки, конечно, небольшой город, и там сразу забастовал морская академия. Это самое такое популярное учебное заведение в Батуми. Студенты вышли на улицы. Студенты Батумского университета тоже вышли на улицы. Там демонстрации каждый день, параллельно с демонстрациями в Тбилиси. Сейчас тоже там продолжается манифестация. Посмотрим, в Кутаиси тоже. В основном, конечно, движущая сила всех этих процессов – это студенты и молодежь во всех городах. Угу. И Лана, Александр, что дальше? Несмотря на мой большой опыт в этом процессе, в течение последних 12 лет, мне совершенно трудно сказать что-нибудь определенное, потому что это не какой-то классический политический процесс, это немного управляемый хаос. То есть все базируется на реакции на действия правительства, какая будет реакция среди молодежи, что они смогут организовать. Но единственное, что я могу сказать точно, что на этом не остановится. То есть мы ожидаем, что завтра президент наложит вето на этот закон, потом этот закон вернут в парламент, и, наверное, послезавтра или в пятницу они его примут окончательно. И вот это самые такие решающие дни. Посмотрим, я не знаю, я не могу ничего сказать конкретно. Александр, что вы скажете? Я скажу, ждем вето президента, и, как уже Лана сказала, после того, как они, скорее всего, примут этот закон опять, мы продолжим также сражаться за наше право, за наше европейское будущее, и все у нас будет собираться все больше и больше, я уверен на это, и я надеюсь, что все больше молодежи и больше граждан поймут, что это очень серьезное время, и надо действовать сейчас. Больше времени у нас не останется. Если мы сейчас что-нибудь не сделаем, мы навсегда останемся, как сказать, в плохих временах. Ну ничего, мы вчера с Ланой говорили, Янукович тоже думал, что бессмертный и бесстрашный, но так не произошло. Лана, лидер Лело Мамука Хазарадзе заявил, что в Грузии должна быть создана европейская платформа национального сопротивления. Ну, у нас тоже был такой центр чи блок национального спротиву. Скорее всего, какая-то платформа будет создана в ближайшие часы. Я не уверена, какое название будет у этой платформы, но оппозиционные политические партии заявили определенно, что они согласны друг с другом сотрудничать и сотрудничать с гражданскими активистами для достижения своей цели. То есть сейчас вот как бы в ближайшие часы, максимум завтра до середины дня будет определено, как будет называться. Может быть, я не знаю, скорее всего, никакого особого определенного названия у этого органа не будет,
Просто нам надо быть уверенными, что политические партии будут сотрудничать друг с другом. Угу. Ну, Лана, Александр, вы сегодня не пострадали? Нет, сегодня мы не пострадали. Да, так, ну так, отак виглядали сьогодні вулиці Тбілісі. Велика кількість силовиків, велика кількість спецназу розганяли сльозогінним газом, били, використовували ще зброю, Лана, сьогодні проти протестувальників. Да, использовали вот этот, как он называется, перечный газ с перцем, который вызывает ожог лица. Причем использовали, они его используют обычно с очень близкого расстояния, и поэтому это такое очень повреждение для глаз, это все очень больно и неприятно, поэтому они сразу парализуют первый ряд протестантов. А Робокопов сегодня не использовали. Да нормально? Да-да, просто мы зашли в кафе, потому что здесь на улице. Так, и по задержанию митингующих. Около 20 человек задержано сегодня, но мы не знаем фамилии всех людей. А по других городах? Я отойду немножко, потому что тут шумно. Ага, Юра, ты покажи, будь ласка, там ті кадри, відео з сьогоднішнього протестів, які ми не показували. Та. Це показували так. Наступні там фотографія, де поліція пшикала балончиком чи газом прямо в обличчя священника. Так. Що вразило і ці вже кадри всюди в наших в соцмережах. Так. А це вже після обіду, після розгону протесту, після прийняття законопроекту, люди знову почали виходити на вулиці. Чи це Батумі? От, отак, так затримували протестувальників. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყნის მიმართ გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები მართვის იგი სახელმწიფოს და სამოქალაქო სიმართლის დასაპყარებლად. ხო, მოარიდოთ ეს იგი დასაპყარებლად არის ბარდები, ხალები და так, отак сьогодні виглядало Тбілісі. Да, так сьогодні виглядало Тбілісі. Ми сподівалися, що їм вистачить розуму про російській, про путінській владі не прийняти цей законопроект. На жаль, вони не бояться протестів, не бояться вулиці. Але ми страшенно за вас боліваємо. Олександр, тому що ми це вже переживали, а все, що касається Росії. Это надо изолировать. Да, согласен. Уничтожать. Так що, Лана, я вам дуже дякую за включення. Як завжди, бережіть себе. Гамарджоба, слава Україні. Героям слава. Все, і будемо на зв'язку, ми за вас дуже сильно вболіваємо. Дякую. Дякую за включення.